С вами Егор Плей, и мы с вами продолжаем прохождение в эту офигенную игру Rise of Empire. И чё нового у нас? Давно я не снимал. Дело в том, что было скучно. И я вам сказал уже, что записи будут появляться редко из-за того, что нефиг чё делать. Чем заниматься, в смысле, во время записи. И, да и программы тут дебильные, я их не понимаю, что за долбоебы создают их. Дело в том, что я записываю, где-то минут 5-7 проходит, потом хуяк, и программа сама себя вырубает и запись не сохраняет. И придется записывать заново. И это как-то заебало, поэтому я прекратил и снимать, записывать в смысле. И сейчас тоже что-то делает проблемы эта программа. Да, я это вообще-то та моя старая программа, вернулся назад к ней. Посмотрим, как она сейчас работает. Вроде бы обновляли ее. Посмотрим, как она сейчас работает. Итак, я сейчас 24 уровень, нахожусь в провинции 177, ушел с 183, из-за того, что там мало игроков, онлайн вообще фигня была там, и всегда проигрывали там, ну, в любом ивенте там мы проигрывали, так вот, пришел 177, и в хорошем альянсе F1S, вроде бы побеждаем его, даже тут сейчас покажу кое-что интересное. Я и сам офигел, когда я это видел. Но я знал, что я хорош. Ну, свое дело знаю, но не знал, что таким. Кто на втором месте, а? Это война царства Хаос. И, ну, раньше я вообще-то, как, не мой первый раз, когда я воюю в царство хаоса, но что-то только сегодня обратил внимание на это, кто в топе там, и оказывается, что я в топе. Видите, вот этого динозавра тут стоит, да, в смысле дракон, то он у меня временный, я не знаю, как покупать их, ну, скин самого замка, я не знаю, как их покупать. Я тут видел только что продается скин легиона, вот видите. И скин легиона тоже тебе дает бонусы, там атрибут скина, скорость похода на 3%. Хорош. Все. Это все, что ты можешь покупать. Сам скин твоего замка, я не знаю, как его достать. Я уже 2 месяца как-то так ненавижу эту программу. Просто ненавижу. Удаляйте Google Play, удаляйте нахуй эту программу. Дебильная программа. Разработчики говно. Знаете, что сейчас произошло? У меня запись просто нахуй остановилась. Но в этой программе то, что мне нравится, что хоть запись сохраняется, блин, на мой жесткий диск, скажем так. Так что потом я их буду вместе там как-то соединить, и типа, знаете, все хорошо было. Но сейчас, я надеюсь, через пару секунд не вырубится снова. Хотя бы, блин, 5 минут, чтобы я смог что-то там делать. А так, блин, просто жесть. Я не знаю. Проблема у меня в телефоне. В чем проблема с... Та-та-та. Не обзывайся, блядь. Так, я уже от нервов, я уже забыл, о чем я говорил. Этот динозавр, короче, исчезнет у меня нахуй через... Блин, опять матерился. Извиняюсь, ребят, это из-за этой программы. Скин этот исчезнет у меня сегодня. Вот, я сейчас коплю себе... Как называется эти фигни? Пейзажи ебаные. Что это, как называется, вот эти фигни, чертовые чертежи, короче, я их сохраняю, у меня уже 336, ну, надеюсь, через полгода у меня уже будет 600, вот, буду купить себе постоянный, вот его буду купить, потому что скин, я не буду столько донатить, чтобы попался у меня скин дебильного замка, потому что я уже один раз донатил там где-то...
в долларах, допустим, 30 долларов, 20 с чем-то долларов, как-то так, что... И там было написано, что можно купить, ты получишь, типа, скин от замка. Вот я донатил, что получил, вот это получил, сейчас покажу. Вот это я получил один. А чтобы... Нахуй мне это надо, блядь, ребята, заебал эта программа. Опять вырубилась. Еще чуть-чуть, ребята, и мой телефон проснется перед окном там. Охренеть. Я не знаю, где-то еще минут две поснимаю и потом нахуй эту программу добавлю. Ну, попробую там соединить и то, что успел там записывать, и все. Удалю эту программу. И буду скачать себе другую там. И если то же самое проблема сделать, то не знаю, посмотрим. Я пробовал там через через YouTube там делать и прямой эфир, что-то интернет не позволяет. Интернет ебаный. Прошу прощения за мат. Так вот, кручусь как долбоёк, жду, пока это не остановится запись. Ну, типа, чтобы сама вырубилась. Потом мне пришлось починить ее и только потом соединить. И после всего этого ждать где-то 20 минут, пока она добавится в Ютубе. А потом нахуй удалю эту программу. Я бы что-то поснимал тут интересного, ребят, но я не могу. Я не хочу начать что-то делать, и потом, чтобы посреди что-то там интересного, чтобы программа вырубилась. Музыка, ты чё, мне страшно, блядь. Чё остановилась? Прости, чё, столько матов, ну, я прошу прощения. Раньше я думал, что я как-то случайно нажимаю на стоп. Видите эту точку красную по центру справа, да? Я думал, что что-то случайно там нажимаю. Ну, нет, блин, я вообще даже не приближаюсь в ту сторону. Не знаю, что это. Места вроде бы хватает там, чтобы запись была. У меня... 26 гигабайтов свободно там. Просто программа вырубается. Вот и все. Хули ты летаешь, блядь? У меня и так программа вырубается. Я сейчас жду. Я сейчас жду, ребят, пока программа вырубится. Пока что я вам дракон свой покажу. Ууу, сука. Сбесился. Он, кстати, у меня уже 45 уровень. До... Мне вот интересно, 50 уровень, он последний или будет продолжение? Потому что я думаю, что продолжение будет, он должен быть до 100 уровень. Или это перебор. Потому что, когда он достиг у меня 20 уровень, я ему что-то там дал, вот тут. А, не, вот тут что-то я ему дал, и он как-то вырос. И потом мне таланты открыли там, скиллы для него. Посмотрим. Ну, думаю, где-то через месяц с половину он у меня уже будет 50 уровень. Его очень трудно уже сейчас прокачивать. Вот такие пирожки. Ну, программа. Ты чё, я вообще записываю, бля? Ну да, вроде бы. То она спряталась там. Бывало у меня такие штуки, блин, что... Записываю. Где-то полчаса там, ну, раньше на компьютере, если посмотрите там в плейлисте Mortal Online, то записывал, потом смотрю, бля, а бандикам у меня вообще закрыт нахуй. Ну, вы подумайте, приезжаешь после работы, приезжаешь домой, кушаешь и устал уже как собака. А давай сначала сделаем запись, потом, пока я пойду помоюсь, то видео уже запись добавится, загрузится в Ютубе там. Сижу, болтаю там где-то там полчаса, только хочу останавливать запись, смотрю, бля, я вообще даже не записывал. Блин, 3 минуты я уже кручусь, но программа вроде бы работает, но после стольких страданий вроде бы работает. Пока что я вам покажу тут что еще новое. Я посмотрю, ребят, я еще буду после этого тестировать другие программы. И пока не найду какую-то хорошую программу, чтобы я смог спокойно себе запись сделать, чтобы у нас тут уже каждые 24 часа у нас война тут в царстве хаоса. И там очень интересно.
Но я не могу там записывать, потому что посреди этого я только начинаю запись, где-то через минуту она останавливается сама. И это, я не думаю, что вам понравится такие движения. И там я должна, не знаю, перезапустить записи, потом записи соединить. То пока я все это сделаю, то меня там уже с драконами, блин, убьют нахуй. Я вам сейчас покажу, что там произошло. Ну, где-то 2 часа назад. Или показывал уже вот тут 2 часа назад. Первый дракон пошел, второй дракон пошел, третий дракон пошел. Четвертый пошел, пятый пошел, шестой пошел. Я вам говорю, там жесть, что было и интересно. Я дракон не могу пока что взять себе. Я должен себе делать кристаллы, потом смогу создать. Но черный дракон, он вообще-то фигня. Прощение. Сука! Ёбаная программа. Все, ребята, всем пока. Эту программу заебало, блядь. Все, ребята, короче, останавливаю запись. Смысла нету записывать с такой программой. Когда у меня будет уже новая программа, тогда буду записывать. Ну, чтобы полностью там где-то 20 минут и полчаса, как-то так. До тех пор... Увидимся. Я нахожусь еще раз в 177. Все. Всем удачной игры. Всем пока.